Большие окна, высокие потолки, свободные планировки. Все для комфортной жизни. Теперь белорусские дома, как в Литве и Скандинавии. Новую технологию панельного домостроительства презентовали сегодня. Это совместный проект компании «А100 Development» и завода «Мопит». С уникальным производством познакомили и журналистов. От бетономешалки до готовых конструкций. Весь процесс как на ладони. Благодаря новым технологиям новые возможности. Главное преимущество – бессварное соединение. Такое строение более надежное и экономически выгодное. Строительство по такой технологии вдвое быстрее, а новые производственные возможности ничуть не уступают по качеству и характеристикам монолитному домостроению. Это и большие французские окна, и высота потолка 2 метра 70 сантиметров в обычных квартирах, и до 7 метров в мансардных двухуровневых. А также свободная планировка. Застройщик предлагает жильцам самим решать, стоит ли возводить межкомнатные перегородки и отделять кухню от гостиной. Кроме того, очень важны такие характеристики, как шумоизоляция, теплоизоляция. И в этих домах они не просто превосходят обычные типовые серии, но еще и в некотором смысле могут поконкурировать с такой технологией, как монолитное домостроение. Поэтому для нас этот проект очень важен. И мы видим уже сейчас, что наши покупатели, наши жители тоже с большим интересом отнеслись к нему. И мы не успеваем даже выставить на продажу эти квартиры, как они молниеносно раскупаются. А если говорить о современных домах из сборного железобетона, то обычный человек, он не сможет даже увидеть разницу с монолитным домом. Компания А100 Development создает такие жилые комплексы, как Новая Боровая, Пирс, Зеленая Гавань. И не просто строит дома, еще и создает новые правила игры, анализируя требования покупателей. К слову, новую серию домов застройщик разрабатывал около полутора лет. Сейчас приступили к строительству. В плане два дома по новой технологии. А увидеть нестандартную архитектуру в готовом виде можно будет уже в начале следующего года в Новой Боровой.